Здравствуйте. Меня зовут Ольга Мельникова, я детский врач-стоматолог в клинике премиум-класса для детей и взрослых Dental Fantasy. Самые частые проблемы, с которой ко мне приходят дети и взрослые, это, конечно же, кариес. Чаще всего, если родитель заметил какие-то разрушения у своего ребенка во рту, это уже достаточно запущенная стадия. Но проблему можно обнаружить задолго до того, как она станет видна родителям. Самыми начальными признаками таких проблем является изменение цвета эмали. Есть такое понятие, как кариес в стадии пятна. На этой фотографии одна из самых ранних стадий, когда белое пятно постепенно перерастает в полость. Если обнаружить кариес на более ранней стадии, в стадии белого пятна, то процесс обратим в домашних условиях. Первым шагом является коррекция домашней гигиены. С маленькими детьми существует много нюансов при подборе средств индивидуальной гигиены. Большинство маленьких детей глотают зубные пасты, поэтому ее состав должен быть безопасен. Своим самым маленьким пациентам я рекомендую пасту Rox, потому что именно она отвечает всем этим требованиям. Она безопасна, она имеет вкус, который нравится деткам, и она абсолютно инертна. Она обладает также антибактериальным эффектом за счет содержания ксилита. Это вещество, которое влияет на микрофлору. То есть ее можно использовать с прорезывания самого первого зуба. Ее можно безопасно глотать, и родители могут не переживать о том, что она нанесет какой-то вред их малышу. Родители должны помогать своему ребенку чистить зубы с прорезывания самого первого зуба. Для этого компания Rox выпускает специальные детские щетки, которые имеют эргономичную ручку и специальную маленькую головку с короткими щетинками. Только на предварительно почищенных зубах будет работать все наше лечение, которое мы будем проводить дома. Это лечение называется ремотерапия. Она проводится при помощи специального геля, который по составу близок к составу эмали. В составе этого геля имеются все компоненты эмали, которые вымываются из нее в первые годы прорезывания и образовывают белые пятна. Чтобы восстановить их дома, нужно пользоваться этим гелем каждый вечер по предписанию врача после хорошей гигиены. Тогда все вместе это будет работать под контролем врача. Будьте здоровы!